Сегодня ночью поступило сообщение в Киевский отдел полиции по поводу возгорания по адресу метростроителя 29 в коллекторе теплосети. Когда мы приехали, то на место происшествия мы увидели люк, с которого шел дым. Также присутствовали сотрудники МЧС, которые помогали нам на месте происшествия и которые непосредственно тушили возгорание. Также по данному адресу было обнаружено 3 трупа неизвестных людей и 58-летний гражданин, пострадавший, который пояснил, что он там со своими знакомыми тремя проживал продолжительное время проживал. Они там курили сигареты и зажигали свечки. После чего данный гражданин был доставлен в Киевский отдел полиции. Предварительной причины смерти еще нету, личности на данный момент устанавливаются, так как проводится досудебное расследование. Проснулся от крика и жар почувствовал. А кто кричал? Кто из ребят, я в дыму все это было, и огонь стал пробовать тушить, а потом между нами получилось пламя по разные стороны. И уже дышать невозможно было, я в одну сторону, больше я их не видел уже после этого. Упал, ударил колено, и потом меня вытащили пожарные, уже я не мог сам вылезть.